Мы продолжаем играть в Майнкрафт, а сегодня начинаем строить московский метрополитен в Майнкрафте. Итак, хочу сказать, только будут выходить только видосики, а стримы будут выходить после Нового года. Сегодня покажу вам станцию Котельники, у нас первый выпуск. Сейчас я покажу, как выглядят эти павильоны. Вот такие выглядят павильончики. Извините, я тут не прочитал. Давайте зайдемте внутрь. Спускаемся в метро. Вот здесь стоят турникеты. Ой, извините, это баг. Просто ошибся. Спускаемся на... Давайте спустимся вниз. Здесь 4 эскаватора. Вот так и выглядит станция Котельники. Выглядит от мелкого заложения. Почти 2 года назад открыли эту станцию. Вот так и выглядит. Итак, здесь есть лифт. Давайте поднимемся на лифте. Так. Следующий вестибюль выглядит вот так. А здесь разделяются. Здесь... Налево или направо идти. Здесь я поставил выходы. 3-4 вон туда. 5-6-7 вон туда. Давайте к 5. Здесь выход номер 5. Здесь лестница и лифт. Извините, здесь не закрылась дверь. Здесь выход номер 6. Здесь тоже лифт и лестница. А 7 то же самое. Вот здесь рассчитал. Вот станция метро Котельники, вот. Спасибо. Вы посмотрели мой сегодня видосик. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Следующий выпуск скоро выйдет. Следующий выпуск будет про станцию Жулебино. Всем удачи и до свидания. Увидимся мы на следующем выпуске.